Участники губернаторского проекта «Один ребенок с высшим образованием» обучаются на курсах довузовской подготовки в рамках соглашения между региональным министерством образования и науки и Тувинским государственным университетом. В рамках реализации губернаторского проекта в каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием на 2014-2025 годы между Министерством образования и науки Республика Тыва и Тувинским государственным университетом 6 декабря 2017 года подписано соглашение по подготовке участников по поступлению в высшие учебные заведения. 6 декабря прошлого года на базе Тувинского государственного университета началась подготовка 27 участников. Университетом проводится постоянная профориентационная работа среди учащихся и выпускников общеобразовательных организаций Тувы с целью привлечения их в число студентов ТГУ, в том числе и для участников губернаторского проекта.